Доктор, кажется, я вот-вот стану мамой. О, да, пройдемте в палату. Используем молд. Смазываем разделителем. Наполняем баночку силиконом. Досыпаем красителей. Хорошенько размешиваем. Оставляем застыть. Вуаля! Милый пупсик. Рядом сестричка. Все прошло замечательно. А вот и ваши чудесные детки. Мои сладкие, я так рада. Проверим вес. Все в норме. Барби, это наши малютки, какие хорошенькие. Послушаем дыхание, сердцебиение. Здорово. Пора кормить деток. Ням-ням. Вкусненько. Мы будем лучшими родителями на свете. Добро пожаловать в мастерскую. Обведем на ткани шаблон, вырежем выкройку. Рубашка доктора. Украсим шнурочком. Бейджик с именем. Пуговки. Чепчик врача. Красотка Барби работает в больнице Лалилу. Курсы молодых родителей. Сегодня мы научимся пеленать деток. Запоминайте схему. Ого, целая наука! Мы справимся, милая. Кладите ребеночка на пеленальный столик. Крошка, сейчас мама тебя запеленает. Вот так? Отличный результат. Теперь ваша очередь. О-оу, ладно. С чего начать? Сойдет? Ой-ой. Брэндон, нет. Я помогу. Вам стоит еще попрактиковаться. Достаем влажную салфетку. Выбираем инструмент, ножницы. Вырезаем полоску. Оборачиваем ножку куклы пленкой. Заливаем клеем. Вырезаем фоамирановые детали. Обклеиваем гипс фиксаторами. Перелом заживет быстрее. Банни обожает гонять на велосипеде. Осторожно, впереди камень. Ауч, моя нога. Нужно вызвать скорую. Алло, очень болит нога. Скоро будем, не волнуйтесь. Подъехала скорая помощь. Что стряслось, мисс? Упала с велосипеда. Травма ноги. Накладываем фиксатор. Распишитесь об оказании помощи. Так, нога зафиксирована. Опирайтесь на костыли, это облегчит ходьбу. Спасибо, так лучше. Мы доставим вас в клинику. Подберем трубочку. Зальем термоклеем. Вау, розовый. Эффективный крем для роста волос. Прием ведет Кен. Доктор, мне нужна помощь. Волосы выпали, а без прически меня не узнать. Случай тяжелый, но выход есть. Народное средство. А зубная паста? Должно сработать. Распределим. Вуаля. Ну как? Уже получше. Добавим объем с помощью спрея. Упс. Выпали последние волоски. Что вы наделали? Новая мазь точно поможет. Нанесем толстым слоем. Мгновенный результат. Ого, волосы как у Рапунцель. Вау, я в шоке. Вы просто волшебник. Это все чудо-крем. Подготовим рабочее место. Обклеиваем фоамираном. Собираем стойку со столешницей. Клеим полосу. На столе все необходимое. Прием начался. Алло, больница Барби на связи. Девушка на коляске ищет кабинет. Hello. Подскажите, где принимают рентгенолог? Позвольте вас проводить. Okay. Добрый день. На что жалуетесь? Беспокоит животик. Я переела.
Примите таблеточки. Они улучшат пищеварение. Большое спасибо. Доктор, спасите, меня обсыпало. Мы подберем эффективное лечение. Пройдемте к косметологу. Спасибо, моя кожа снова идеальна. Будьте здоровы. Распечатаем принт единорога. Сложилась маска и еще одна. Размотаем ниточку. Милые маски точно понравятся детишкам. Доктор, мои крошки заболели. Сильный кашель. Чтобы никого не заразить, наденьте маски. Ой, мы забыли их дома. Пожалуй, у нас найдется пара масок. Надевайте крошки. Вот так? Я помогу. Молодцы, малышки. Принимайте лекарства дважды в день. Спасибо. Скорейшего выздоровления. Возьмем пластиковый колпачок. Трубочка. Закрепим в центре. Проволока. Откусим немного. Захватим колпачок. Достанем трубку. Витаминный раствор быстро восстановит силы. Кто следующий? Проходите. Доктор, я постоянно уставшая. Ложитесь на кушетку. Вам показана витаминная капельница. Всему виной дефицит витаминов. Надеюсь, это поможет. Вау, лицо обрело здоровый вид. Ну, как ваше самочувствие? Гораздо лучше. Спасибо, доктор. Берем коробочку, окрашиваем в белый. Ручка. Необходимы отсеки. Вкладываем микстуру. Несколько тюбиков гелей. Чемоданчик первой медицинской помощи. Алло, доктор Кен слушает. Срочный вызов. Выезжаем. Скорая помощь мчится к пациенту. От вас поступал вызов? Да, доктор, мне не здоровится. Проведем осмотр, послушаем дыхание. Гляди, секретный чемоданчик. Давай посмотрим. Хи-хи, сколько всего. Где моя аптечка? Хи-хи, поиграем в мумию. Девочки, лекарства – это не игрушки. Упс, простите. А маме нужен отдых и витамины. Подготовим полимерную глину. Скатаем шарики. Слепим банан. Расплющим стеком листы салата. Морковка. Отправим на запекание. Вау, какой аромат! Разрежем крышечку. Расставим еду и приборы. Приятного аппетита! Доктор, меня беспокоит животик. Резкие боли. Нужно вас осмотреть. Проведем взвешивание. Okay. Становитесь на весы. Я в отличной форме. Да, вес в норме. Обследуем животик на УЗИ. Посмотрим. Стоп, что вы делаете? Ням-ням. Вредная еда? Вот в чем проблема. Вам нужно соблюдать здоровый рацион. О, это полезно и не менее вкусно. Ах, прекрасное свидание, милый. Привет, какая хорошенькая. Собачка выбежала прямо на дорогу. О, нет, она в серьезной опасности. Ах, я тебя спасу. Барби на дороге. Барби, поспеши. Девушка ее не заметила. На место аварии прибыла скорая. Скорее ставьте лайк, чтобы Барби поправилась. Древний саркофаг. Одолжим бинты. Обмотаем сломанную ручку материалом. Позаботимся о ноге. О, серьезные травмы. Много гипса. Собачке тоже оказали помощь. Ее лапка забинтована. Привет, милая. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Я так и не успел на свидание. Выходи за меня. О, Кен. Да-да-да. Ура.
после выписки будет свадьба. Барби в мастерской. Измерим параметры. Стянем фатин. Украсим подол. Атласный слой. Наколдуем перчатки. Достанем сокровища. Вау, бриллиант! Украсим. Подыщем бантик. Потрясающий свадебный образ. Невеста ждет у алтаря. Милая, прости, опоздал. Я так хочу взглянуть на тебя. О, под фатой оказалась Гринчелла. Какой нежный. Сразу в обморок. Вот это пранк. Что происходит? Где Барби? Тут. Я тебя разыграла, ведь ты опоздал. Я так испугался. Клянусь, никогда не опаздывать. Жених и невеста готовы к церемонии. Объявляю вас, Кен и Барби, мужем и женой. Ура! Какой красивый парень. О, помогите! Стой, куда же ты? Пригодится бутылочка. Разрежем. Панель управления. Неужели это снимки малыша? Принтер печатает в отличном качестве. Барби ждет малыша. Приветик! Слушаю вас. Я на плановый осмотр. Чудесно. Сделаем УЗИ. Доктор проводит осмотр. Результат на экране. Вы, малыш, здоровы. А можно фото на память? Ой, сломался. Ого, как много снимков. А, это у меня столько детей? Это копии. Это вам. Будьте здоровы. Спасибо, доктор. Выберем предмет. Шприц пригодится. Открутим крышечку. Трубка не нужна. Установим чашу, острое лезвие. Срежем кружочек. Получилась крышка. Блендер поможет приготовить смузи. Барби вернулась с шопинга. Разберу покупки. Девушка купила много сладостей. Где мой блендер? Рецепт от Барби. Смешаю розовую еду. Запуск! Коктейль готов. Выглядит вкусно. Супер! Ням-ням! Какие малютки! Перенесемся к Лалилу. Бровки в тон. Синий подгузник. Подберем глиттер. Блестки. Возвращайся к братику. Чудесные детки Барби и Кена. Ура! Барби стала мамой. Скоро мы поедем домой. Мы тоже выписываемся. А вот и малыши. Ваша двойня. Мои ангелочки. Милая, привет. Ах, я папа девочки и мальчика. Ну а коляска на одного. Как же быть? Приветик, малыш. Ой, а коляска большая. Есть решение. А давайте поменяемся. Отличная идея. Родители уложили своих деток в коляски. Папы молодцы. Детки едут домой. Возьмем ножницы. Вырежем памперс. Окрасим для Люси. А голубой для Фредди. Развертки. Вложим подгузники. Без памперсов родителям не обойтись. Пора менять подгузники. На столике удобнее. Ой, фи! Какой же выбрать? Чистый подгузник для Люси и для Фредди. Фу, справился. Кен, я дома. Ты перепутал подгузники. Ой, прости. Коробка с материалами. Возьмем бутылочку. Отделим дно. Пополам. Ушные палочки. Соберем сиденье. Добавим цвета. Мягкие сиденья.
блестящие шнурочки. Прикрепим к велосипеду. Отправимся на велопрогулку. Кен отдыхает перед телевизором. Ой, который час? О нет, мы опаздываем в садик. Надо бежать, скорее. Ох уж этот папа. Нужно собрать корзинку, свежие фрукты, скорее в садик. Упс, а детки остались дома. А, я забыл детей. Беги, папуля. Опаздываем. Что такое? Заводи же! Машина сломалась, но у папы есть решение. Едем на велосипеде. Корзинку на руль. Фу, поехали! Чудесный материал. Срежем лишнее. Немного термоклея. Кармашек. Вложим салфетки. Все необходимое для деток. Сумка для няни готова. Мы так давно не ходили на свидания, милая. Приветик. Пришла вам на подмогу. Wow. Спасибо. Мы убежали. Где мои малыши? Наигрались. Кажется, вам пора в кроватку. Сладких снов, крошки. Теперь смотреть телек. Юху, лалилу. Ой, малышам не спится. Бум! А? Ой-ой, нужно тут убрать. Теперь точно сладких снов. Но дети никак не уснут. Стойте, вот непоседы. У меня есть кое-что для вас. Хотите сказку? Сказка! Даже питомец внимательно слушает. Пирамидка. Эти подойдут. Набор ручек. Первый круг с фламинго. Воздушный шарик. Проделаем отверстие для ножек. Второй с черепашкой. Круги для плавания безопасно и весело. Семейный отдых. Родители загорают на солнышке. Ах, хочется почитать. Детки бегают за собачкой. Давай поплаваем, Фредди. Ю-ху, да. Это небезопасно. Пушистая няня волнуется. Что? Что случилось? Поплавать хотите? Я сейчас. Вот ваши круги. Счастливые малыши плавают в бассейне. Ты такой молодец, Кен. Барби плюс полимерная глина. Что получится? Размотаем проволоку. Скрутим петельку. Облепим полимерной глиной. Прическа. Нарисуем личико. Шляпка в тон наряду. Развертка коробочки. Куколка упакована. Кому же достанется уникальная Барби? Барби прибежала в кукольный магазин. Хочу самую лучшую игрушку. Нам только поступили новинки. Взгляните на стеллаж. Wow. Вижу свою мечту. Беру эту куколку. Thanks. Девочка дома. Рассмотрим куколку поближе. Ух ты, какая одежда. Ты станешь гордостью моей коллекции. Нам вместе так хорошо. Хочешь познакомиться с Барби? Hey. Ты куда? Stop. Отдай, это моя игрушка. Стой, ох, проказник. Буду внимательнее следить за своим питомцем. Розовый пластилин. Отщипнем. Обведем следы. Облепим пластилином. Отделим часть. Дырочки. Соберем кроксы. Гвоздик. Зафиксируем задник. Удобная и стильная обувь.
Барби пришла за новой обувью. Устала ходить на каблучках. У нас огромный ассортимент. Примерьте. Ролики. Ой, я не умею. Простите. Вы не ушиблись? Кроксы сами упали мне в руки. Какие красивые и блестящие. В них так удобно. Я упакую. Okay. Спасибо за покупку. Bye-bye. Ох, все убирать. Дорогая, ты выйдешь за меня? Yay! Конечно, да. What? Куда? Hey! Отделяем сердечко. Пожалуйста, ваше колечко. Берем брусочек полимерной глины. Оборачиваем сердце, формируем ручку, запекаем над костром. Зеркальце. Придаем форму сердца. Идеально. Украшаем раму вензелями. Покрываем позолотой. Декорируем жемчугом. Посыпаем кристаллами. Очаровательное зеркальце для красотки. Барби гуляет с песиком. Джеки, ты куда? Вернись! Джеки подбежал к продавщице. Какой милашка! Это ваша собака? Yeah. Простите за неудобство. Ну что вы, угощайтесь мороженым. Не откажусь. Возьму рожок. Приятного аппетита. Thank you. Тебе такое нельзя. Держи вкусняшки. Все испачкалось. Где мое зеркальце? Ooh, well done. Зеркальце Барби пустило солнечный лучик. Ничего не вижу. Ой, приветик. Простите, я такой неловкий. Это все мое зеркальце. Уэнсдей пишет роман. Возьмем у нее листочки. Отметим уголки. Сложим коробочку. Собираем решетку. Покрываем гель-лаком. Сколько цветов пастели? Перемешиваем с клеем. Рефилы с тенями. Вставляем прозрачную крышку в рамку. Палетка для яркого макияжа. Приветик, к вам можно? Конечно, проходите. Я хочу сделать эффектный макияж. Без проблем, присаживайтесь. Новенькая палетка NYX справится. Барби приступила к делу. Как красиво. Hey! Ой, простите. Сейчас все уберу. Взгляните, как вам? Wow. Вам так идет. Thank you. Bye-bye. Плотный картон. Нарисуем квадратик. Поработаем пилочкой. Глиттерный фоамиран. Появились полоски, камера, милый бантик, чехол для айпада в стиле Барби. Джеки скачет на кровати Барби. О, малыш, что ты натворил? Куда подевался айпад? Молодчина, спасибо. Нарисую портрет Кена. Он такой милый. Распечатаю на принтере. Ах, это любовь. Повешу на стену. О, автомат мороженого. Достанем эскимо. Нарежем на детали. Снимем палочку пополам. Окрасим в розовый. Закрепим объектив. Фотокамера «Зайка».
кнопка включения. Получатся милые снимки. В парке аттракционов новое развлечение. Сегодня я запечатлею вас в каждом уголке парка. Начните с нашей фотозоны. Отличная идея. Снимаю. Мы Фиона и Шрек. Можете нас сфотографировать вместе? Подружки позируют. Девочки лакомятся сладкой ватой. Что я придумала? Подружки сделали прическу, усы и бороду. Я обязан это запечатлеть. Посмотрим, что получилось. Это было незабываемо. Берем деревянные бусины, жемчужинку, старые сережки. Тонируем заготовку в розовый. Заливаем мыло. Взбиваем пенку. Отшелушиватель поможет очистить кожу. Барби забежала в спа-салон. У меня выскочили прыщики. Не волнуйтесь, присаживайтесь в кресло. На такой случай у нас припасен отшелушиватель. Он бережно очистит вашу кожу. Для начала наберем пену, намылим личико, умоемся. Вуаля! Идеальная кожа! Вы просто волшебница! Спасибо! Я самая счастливая на свете! Сломанные игрушки. Обрезаем детали. Пройдемся краской. Берем снежинку, камера и 4 датчика. Логотип Барби. Квадрокоптер – отличный гаджет для съемок с высоты. Кен и Барби на свидании. Мы пришли. Как интересно. Присаживайся за столик. А, точно, чуть не забыл. Вау! Что же там? Квадрокоптер. Какой красивый. Запустим. С удовольствием. Кен только учится управлять. Упс, дрон застрял на дереве. Сейчас достану. Моя очередь. О-оу, куда он залетел? За ним. Потеряли из виду. Где же он? Гляди на крыше. Я сниму. Достал. Материалы. Точилка. Разберем корпус. Обклеим заготовку. Увеличительный прибор. Снимем линзу. Уменьшим. Кнопочка. Отрежем деталь. Проектор Лалилу. Ставим на ножки полубусинки. Для просмотра не обязательно идти в кинотеатр. Кен и Барби пришли к бассейну. Какое необычное место для свидания. Присаживайся, милая. Сегодня отдохнем. Напитки для пары. Начало темнеть. Что со светом? Все в порядке. Подожди минутку. Эти простые, а для Барби – единорог. Не подглядывай, дорогая. Сюрприз! Запрыгивай на единорога. Ой! Кен, осторожно! Удачно приземлился. Обошлось. Кен выставил проектор позади бассейна. Просмотр начинается. Парочка держится за руки. Это лучший вечер в моей жизни.